Мы ожидаем Тараса в 6 часов. Записано. Тараса ожидаем. До 6:30. Вот это крутой рейс. Заказали. Ждем. Скажи, ты голодная? Очень. Выбирает чай, вино. Ваня. И когда уже принесут нам нашу еду? На самом деле мы сидим только минут 5. А есть уже очень хочется. Сейчас покушаем и пойдем спать домой. Так, принесли нам супчик. Суп ты говоришь? Не горячий. Не горячий? Можно попросить, чтобы оно грели? Горячий. Сухарики? А что ты сказала, они горячие? Я сверху взяла. Сейчас я Ваню уберу. Вот это что-то. Ну это не перец. Мой бургер еще не суп. Моцарелла? Моцарелла, да. И я буду фокаччо. Горяченько? Попробуй. Ну, такой супчик мощный у тебя, да? А? Ну, покажи жирное лицо. Да, но оно ледяное. Холодное? Наверное, так и должно быть. Да, но оно же типа, ну да. Наверное, я не знаю. Буль? Да. Вот. Это любимое место Ивана. Да, сынок? Каждый день сюда тянет. Жалко, у нас столько денег нету, чтобы каждый день здесь завтракать, обедать и ужинать. А вот какой вид с окна. Кораблики плавают. Мы сюда записываемся по записи. То есть вы приходите, очередь записываетесь, номер телефона оставляете, вам там минут через 15-20, когда столик освобождается, вам перезвонят. Это одно из самых наших любимых мест. Здесь очень вкусно. И самое главное, недорого. А вот вообще одно из самых любимых моих блюд. Бургер. Вот это да. Лови сухарики, если они раскиснут. Фришечку Ваня мой любит очень. Будешь, Кристи? Да что ж такое? Теперь прибавляем лаку. Смотри. Вводишься контакты прибавить. Мощнейший будет. Поделюсь с Кристиной, так уж и будет. Ну, а я поделюсь супом. Смотри. Какие-то горячие, нереально вкусные. Хлеб крутит, да? И вот это хлебушка. Я такой. А вот мы по традиции. А у меня лучка сколько? Делимся всегда едой. Настоящий крымский лук. Ялтинский.
глупо вообще. Ваня, тебе нравится тут? Покажи класс. А я буду супик есть. Ваня, давай, допивай. Выпадает все, мама. Еще нет, чё? Ваня. Ну что, погнали? Там очередь в туалет большая. Не поешь? А не, я руки помыл. Давайте, звоните, я за вами. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо. Не, ну вот смотрите, один человек ушел. Давай. Я же вышла. Куда мы идем? В какую сторону? Доставка бесплатная. При заказе доставки 10% скидка. О, опять моя песня. У меня... Но вот по день не расстанется с тобой. Пока из не знаю. Мультики. Ну, мультик сейчас мама придет и даст тебе. Что это за пицца? Маргариту. Моя любимая? Давай, начинай кушать, попробуй, что скажешь. Что-то не пели. Давай, кушай. Тебя ребята точно смеяться будут. А у меня будет бургер. Бургер «Фермер Джон». Ой, горяченький, вообще мощный. А Христика будет креветки. Еще картошка внутри. Походу, да? Да, только тут лука нет, вообще порядок.
привезти нашей маме креветки. Специально выдавливал для лимона маме. Я уже выдавила. А второй куда будешь выдавливать? Пиво хочу. Давай. Так ошибусь. И я мало. Немножко пару глоточков мне сделаю. Очень мало. Сюда поверни. Давай. Ух ты. Крутая тема. Ну как, тебе нравится ресторан? Ваня. Вкусно? Нравится рестик? Какой твой любимый ресторан в Ялте? Где пицца вкусная? Ну какой это? Рапо. Лапо. Ты сейчас где? Да, давай, отведай креветку, скажи нам что-нибудь. Потому что у меня сейчас память закончится на телефоне. Да, вот это, конечно, я плохо себе представляю это, но как быть, придется так и есть. Ну что? Очень вкусно. Как-то без энтузиазма. Дома тигровые вкуснее. Да? Те, которые я готовлю? Те, которые ты готовишь, да. Эти переваренные, мне кажется. Жесткие? Пижайные. Ну, соус какой-то. Крутой? Делали как надо. Ну что, порядок? Да. Картошку дали тебе? Нет, расскажи-ка нам, пожалуйста, что ты будешь сейчас делать? Что? Лазер. Да. А кушать кто будет? Конечно я. Тебе сделали котлету? Да? И еще картошку фри. Картошку фри? Тебе повезло.
Огурчик и помидорчик. Ничего себе! Они, видимо, уже вычислили, что приходит какой-то маленький парень. Три котлетки и тут огурчик-помидорчик. Они вычислили, что какой-то парень приходит мелкий и все время заказывает. Да. Какой-то парень приходит и заказывает каждый вечер картошку с котлетами. И они решили тебе сюрприз сделать, видишь? Кетчуп давайте. Дали одноразовую посуду, вообще молодцы, да? Все. Кетчуп зачем, давить? Зачем мама тот суп? А кетчуп дали? Нет, мы взяли свой вот. А, нет, ну я думал, что должны кетчуп взять. Вкусно? Да. Да. Вот так вот мы сегодня решили прийти и сделать такой привал здесь. Гораздо круче, чем где-то в кафе сидеть. Взяли чипсы с собой, всякие соки, колбасу. Сейчас и мы с мамой будем кушать, да? Мама, сок! Томатный? Да. Сейчас. Подай, пожалуйста. Томатный? Это сюда сок. А? Это сюда сок. Ты будешь пить сок? Да. Хорошо. Если он не болит, сейчас попробуем. А чего он будет горький? Горький? Не такой. Не, он не горький. Вообще. Сильно? Нет.